Губернатор Олег Кожемяка совместно с представителями Роспотребнадзора проверил работу супермаркетов Владивостока в условиях эпидемии коронавируса. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического режима, который руководству объектов торговли поручено устранить в кратчайшие сроки. Мы рекомендовали пока на первом этапе некоторым магазинам добавить где-то кассиров с тем, чтобы не было очередей в кассы. Непосредственно поставить дезинфицирующее средство так, чтобы посетители при входе в магазин видели их, и они были доступны не только в одном месте, но в нескольких местах. Мониторинг был проведен в супермаркетах торговых сетей «Самбери», «Фреш-25» и «Реми». Во всех были выявлены нарушения. Например, не все сотрудники обеспечены перчатками и масками. Дезинфицирующие средства есть лишь на входе в магазин. Олег Кожемяка подчеркнул, что торговые сети во время эпидемии коронавируса должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. По его мнению, пока эта работа не налажена. Обслуживающий персонал, там клиринговые работники, те, кто занимается выгрузкой товара, не все имеют наличие средств индивидуальной защиты, перчатки и маски. У кого-то есть перчатки, но нет масок. Поэтому мы рекомендовали все это устранить. Где-то не ведутся чек-листы по, скажем, проведению каждые 2 часа санобработки, что тоже необходимо. Кроме того, во всех магазинах выявлены нарушения проведения термометрии. Роспотребнадзор рекомендовал устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки. Есть вопросы к организации проведения термометрии сотрудников. Где-то не хватает термометра, это явно видно. Где-то эти термометры не проходят дезинфекционные последующие мероприятия. Ведется в основном формальное ведение журналов контроля. Несоблюдение санитарных требований в данной ситуации грозит юридическим лицам крупным штрафом. По результатам проверки санитарно-эпидемиологический режим усилит в торговых сетях Приморья. Подобный мониторинг не последний. Роспотребнадзор будет и в дальнейшем проверять работу супермаркетов. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов. Новости на Восьмом.